Кто готов попробовать вместе со мной вот это блюдо, которому научила меня Мариночка? Мариночка Прокопова из Беларуси. Это национальное блюдо, так что будем давайте готовить вместе. У меня свинина нарезана такими брусочками. Можно использовать копченую курицу, вареную курицу, бекон, ветчину. Выкладываем на сковородочку и начинаем это дело обжаривать. Лук перьями, ну и жарим, пока не пожарим. Пока мясо жарится, подготавливаем тесто. Значит, у меня кефир, он теплый, он подогретый. Добавляю соду, не полную чайную ложку без горки, в теплый кефир, все это перемешиваем. Пошла вот такая вот эрекция кефира и соды. Конечно же, не забываем про яйца. Здесь 2 яйца. Сеем и мешаем. Делаем такое, знаете, тесто, как на оладье. Доводим до густоты. Кстати, чуть не забыла. Добавляем еще молочка. Ну, может быть, 100 грамм. И продолжаем замешивать тесто. Тесто. Сковородку, конечно, лучше взять немножко поменьше в диаметре, но у меня сковорода блинная. Берем тесто и жарим с двух сторон. Блин должен быть не тонкий, он должен... Хоп! Вот такая пышнота. Ой, господи, вот такая красота. Далее каждый блинчик смазываем маслом. Можно, конечно, масло растопить. А наше мяско поджарилось. Лучок тоже. Сейчас добавляю сюда сметану. Воды. Ну что ж, и добавляем сырок, плавленый сырок. Мир дружбы называется. Мир дружба и кукуруза. И все это дело плавим. Ну и все, теперь плавим сыр и пробуем на вкус. Если мало соли, если мало перца, можно добавить, кстати, еще и чесночка. Это уже на по желанию, поэтому топим. И, знаете, получается такая довольно-таки густоватая масса. Она еще остынет и еще немножко загустеет. Собственно, все, девочки. Смачные, толстенькие, жирненькие блинчики. Можно, конечно, это дело порвать руками. Наверное, даже нужно. Но я сделаю немножечко покрасивее. Я нарежу вот такими треугольничками. Все вкуснейшее. Понимаете, сыром прям пахнет, сыром. Такой идет аромат хороший, сливочный. Все накладываем и... Вспоминаем Белоруссию.